подходит к окончанию дачный сезон. Практически весь урожай убран и отправлен на хранение. А значит, для дачников и огородников наступило время, когда можно отдохнуть. 10 сентября в Малом зале городского дома культуры собрались члены Сестрорского всероссийского общества инвалидов, чтобы отметить праздник урожая. Это летняя пора. Вы все отдохнули. Кто-то работал на даче, кто-то ездил на курорты. Ну, я думаю, что и за границей кто-то из нас побывал. Я желаю вам всем здоровья, счастья, и чтобы всегда у вас была улыбка на лице. И чтобы вы были у нас активными, участвовали во всех мероприятиях. Счастья вам! Всего вам доброго! Очень сожалею, что сегодня к нам не пришла Любовь Валентиновна Ростиславина. Хочу, чтобы вы поаплодировали ей за хорошую работу. Я считаю, что она работала очень хорошо. Очень жаль, что она ушла. Давайте мы ей поаплодируем. Лето у нас ушло. Лето было очень хорошее. Я считаю, что мы и позагорали, покупали, всего нарастили. Наступает осень. И я думаю, с Божьей помощью будем встречаться, будем жить, потому что зима, скучно, значит, нам нужно общаться. Прошедшее лето, хотя и было теплым, но овощеводам и садоводам оно доставило немало хлопот. Июньская и июльская жара, на смену которым пришли дождливые август и сентябрь, потребовали от них и сил, и терпения, и трудов. Но выращенные урожаи все неприятности окупили с лихвой. Гниет очень, все сыро очень. Хотя и лето было жаркое, а последнее время дожди. И так, ну, а так все есть, я всем довольна. Мне всего хватает. На праздники дары с приусадебных и дачных участков не только украшали столы, но и радовали и глаз, и душу палитрой красок, ароматом специй и обилием приготовленных из них блюд. Пришли с огурцами, с помидорами, с грибами пришли, своим вином даже. Все свое, ничего с магазина не выкурено. Вот винегретик, пожалуйста, тоже со свое, свеколка своя, картошка своя. Все со своего огорода у нас здесь. Все мы здесь огородники, все буквально, у всех есть дачи, у всех есть... Свой урожай. В этом году урожай богатый и огурцами, и помидорами, и картошкой. И даже у некоторых есть виноград у нас. Вот. Так что все замечательно провели лето. Лето жаркое, хорошее. Грибов тоже урожай. Грибов урожай тоже. Да. Так в речке накупались. У меня дом на речке, так что накупались. Так что все замечательно. А некоторые из кулинарных шедевров даже стали экспонатами мини-выставки, на которой они разместились рядом с букетами и фруктово-ягодными композициями. Авторы представленных работ не только дали своим творениям название, но и подготовили о них небольшие презентации. Не с пустыми руками на торжество пришли и приглашенные гости, члены первичных организаций инвалидов из городов Новая Ладога, Волхов-1 и Волхов-2. На столы угощения, а гостям добрые слова и пожелания. Мы очень рады, что вы нас пригласили. Мы желаем вам всего самого хорошего. Хорошо провести вечер и всегда быть вместе, потому что вместе мы – сила. К месту пришлись арбузы и дыни, подаренные индивидуальным предпринимателем Вагифом Мамедовым. Сладкие и сочные они добавили празднику вкуса. А выступления юных вокалисток Ангелины Майоровой, Марины Ивановой, Софьи Петуховой, как и песни в исполнении их педагога Надежды Дементьевой и танец Андрея Иевкова, настроение привнесли позитив.